традиционном формате. Итак, поговорим немножко вообще, в принципе, о комиксах. Дело в том, что во всем мире есть визуальные картинки, сопровождаемые текстом. Абсолютно во всем. И мы сейчас поговорим о четырех центрах комиксной культуры. Термин «комикс», как вы знаете, он распространен в основном в англоязычном мире и в России. Почему-то так именно что прижилось в советское время, сформировался такой термин для обозначения этого вида искусства. Во франкоязычном мире это «бэдисинь» или рисованные ленты, да? «БД» называется. Японские комиксы манга, но также знаете, что есть корейские, китайские, манхва, и есть итальянские фумайти картинки. Следующий слайд. Даже в Соединенных Штатах термин комикс сейчас не отображает той полноты явления художественного, как комиксы, и его постоянно дополняют термином графический роман. И можно сделать вообще отдельную лекцию о том, о терминологии по поводу визуального вот этого искусства, девятого вида искусства. Хочу обратить ваше внимание в издательстве Marvel, на тот момент это было издательство Action Comics, в 1945 году вышел двухстраничный небольшой комикс про супергероя, реального человека Александра Покрышкина. Когда мы говорим о серьезной литературе, мне вспоминается сразу графический роман Уилла Айснера. У него была очень интересная судьба, потому что это один из первых графических именно романов, который оказался на книжной полке. Но оказался он там раньше своего времени, потому что люди, когда приходили в магазин и видели как бы комиксы в понимании, только в очень твердой обложке и много страниц, и они недоумевали, почему комикс стоит на полке с литературой, с книгами. Вообще, это очень серьезная вещь, легендарный комикс о тяжелой судьбе иммигрантов в Америке 30-х годов. Билл Айснер – один из самых главных, так скажем, корифеев этой индустрии, комикс-индустрии. И его именем учреждена премия Билла Айснера, которая выдается издателям, популяризаторам комиксов и художникам комиксов. И эта премия сравнима, наверное, с «Оскаром» в мире кинематографа. Нельзя не упомянуть по серьезности работы Арта Шпигельмана, графическая адаптация, роман, рассказывающий о жизни его отца, Вадика Шпигельмана, который пережил Холокост. Это очень образное символическое произведение, первое произведение, графический роман, получивший Пулитцеровскую премию по литературе. Крейг Томпсон «Одеяло». Автобиографический роман, представленный в виде комикса почти на 600 страниц. Автор рассказывает историю своего взросления. Очень любопытная композиция, книга вся черно-белая, но детализированная, сделана, очень интересно, поэтому всем советую. Дальше. Вот это потрясающее совершенно издание. Книга называется «Здесь». Ричард Макгуайр. Произведение искусства. Каждая страница – произведение искусства, потому что автор со своей задумкой, очень оригинальной, помещает всю историю в одну комнату. Это угол одной комнаты от начала Большого взрыва до будущего, которое еще не сформировалось. И это все в формате книги. Через таких удивительных фантазий художника. «Призрачный мир», Дэниел Коулс, сценарист, писатель, художник. Многие считают, что у него очень простая рисовка, примитивный такой стиль, медленное развитие сюжета, при этом совершенно искрометные диалоги, отлично переданная атмосфера взросления и неопределенности. Не могу не упомянуть Скотта Маклауда с его произведением «Скульптор». Вообще Скотт Маклауд – это, конечно, знаковая фигура в мире комикса, потому что он один из главнейших на сегодняшний день популяризаторов этого вида искусства, преподает в нескольких
нескольких университетах и институтах историю комикса, практику, как рисовать комикс. Он, на русский язык переведены три его основные книги. Это «Создание», «Понимание» и «Переосмысление комикса». Здесь, в этой книге, рассказывается о столкновении творчества и арт-рынка, арт-бизнеса. И как вот в этом мире непростом сложно существовать и находить свой путь художнику. Нил Гейман, британский журналист, который прославился именно благодаря тому, что начал делать сценарии для комиксов. Самыми знаменитыми его работами являются «Звездная пыль», «Американские боги», «Каролина», «История с кладбищем», серия комиксов «Песочный человек». Нилу Гейману присуждены многие награды, включая премию Хьюго, премию Нибелла, премию Брэма Стокера, медаль Ньюбери и еще много-много-много других. Нил Гейман, «Песочный человек», он мастер на все руки, пишет невероятные книги для взрослых, потрясающие истории для детей, создает графические романы, на которых потом равняются признанные мастера комиксов. «Песочный человек» — культовая вещь, темная фэнтези с продуманной мифологией в лучшем смысле этого слова. Как-то в прошлом году я приобрела книгу Нила Геймана про медвежонка, про пангу. Я приобрела ее, потому что там была шикарная иллюстрация. Когда я открыла саму книжку, содержание этой книжки, текстовое, там было буквально 12 строчек в виде стихотворения про этого медвежонка, но за авторством Нила Геймана. В Китае ее выпустили многомиллионными тиражами, конечно. Итак, мы перешли с вами к Франции. Франция — один из крупнейших центров, сложившихся своей комиксной культурой. Можно мне взять микрофон? Так будет лучше. Так. Во Франции, конечно, древние вообще традиции циркового искусства. Один из популярных жанров — буфонада, клоунада. Популярные номера они исполнялись в цирке, и их, для их исполнения не нужно было говорить слова, было действие. И вот это действие, которое невозможно переводить словами, стало сюжетом первых популярных комиксов и историй, которые предшествовали, в свою очередь, появлению во Франции кинематографа. Все мы знаем хорошо братьев Агюста и Луи Люмьера. Первые три фильма. Какие? Назовите. Кто помнит? Первые три фильма. Совершенно верно. «Прибытие поезда». Еще «Танцующая балерина». Очень интересные эффекты они сделали. На стеклянный прозрачный стол поставили балерину и закрепили внизу камеру. И она кружилась, как статуэтка в таких, знаете, шарманках. Были распространены в 19 веке. Ой, извиняюсь, не шарманки, а музыкальная шкатулка музыкальная. И единственный фильм с сюжетом — это был «Политый поливальщик», для которого как раз использовались вот эти вот цирковые номера, буфонады и комиксы. Дальше. История французского комикса прослеживает развитие жанра аж от середины 19 века. Во Франции к комиксам относятся невероятно трепетно, одержимо коллекционируют и издают роскошными альбомами. Сам французский комикс уже давно стал весьма изощренным и эстетским искусством. Я взяла всего лишь несколько французских авторов, с которыми хотелось бы мне вас познакомить. Это авторы, прежде всего, близкие мне по духу, как художнику, и интересные. Мёбиус, Жан Жиро, Мёбиус — это его псевдоним, потрясающий совершенно художник. Манера его предельно далека от привычного и ассоциирующегося с комиксами поп-арта, скорее невероятно тонкий, кропотливый рисунок напоминает арт-нуво и сюрреализм. В 2003 году вышел мультсериал «Арзак», созданный Жиро по собственному комиксу, который он издавал с середины 70-х годов в жанре философской фантастики. И некоторые из серий этого комикса, они прослеживаются, то есть там есть такое прохождение во времени героя, но нет абсолютно никакого текста. То есть мы все понимаем, просто глядя на картинки.
Еще хочу представить вам одного замечательного автора и художника, Жана Пьера Жибра, «Отсрочка». Потрясающие акварели, замечательные композиции, которые переносят нас с вами на много лет назад, во время оккупации Франции в 40-е годы. Вторая мировая война. Главный герой Жюльен прячется от немцев в пустующей квартире, становится наблюдателем драматических событий военного времени. Жан-Пьер Жибра – крупнейший художник современности, автор замечательных графических романов, искусство во Франции и за рубежом. Это первое издание графического романа Жибра на русском языке. Жибра 3 года, не отходя от своего стола, рабочего, делал этот комикс, создавал этот графический роман. Благодаря своей супруге, которая все эти 3 года поддерживала его не только морально, но и материально. И в книжке есть благодарственная речь, такая с юмором написана, художника своей супруги. Книжка уникальна еще тем, что художник ходил по Парижу, по его пригородам, он смотрел какие-то здания, архитектуру, сохранившиеся элементы архитектурные, ландшафтные, и зарисовывал это с натурой. И вот эти вот все зарисовки, то есть такая вот правдивость, она перешла потом в книгу. Находятся, и нужно взять на дом почитать. Очень честный рассказ о родной стране. Также сделан одноименный мультфильм по этой книге. Паскаль Лабатте и Битлз, французский художник, режиссер, сценарист, для своего стильного, сдержанного графического романа выбрал повесть Алексея Толстого. У писателя получился такой темный Остап Бендер, которому цыганка нагадала славу и богатство. Невзоров тогда был простым бухгалтером со скромными амбициями, но в гадание поверил и начал путь к вершине успеха со стервенением. И вот здесь такой очень гротескный рисунок присутствует. Замечательное произведение. Нельзя не упомянуть итальянского художника, но который очень много издавался во Франции, Серджио Топпи. На русский язык переведены «Шарас Д», «Коллекционер» и еще 3 тома новелл «Топи». 2 тома уже изданы. «Шарас Д» – это собрание уникальных графических новелл, созданных по мотивам цикла «Тысяча одной ночи». Вообще такое переосмысление «Тысяча одной ночи». И недаром называют этого художника Гюставом Доре 20 века. У него очень самобытная манера рисунка, сложная, со множеством детализаций. Потрясающая композиция. Легендарные истребители Второй мировой войны, Ягдмессер, Шпиц, Зера, Молния сойдутся в воздушных дуэлях на страницах этого книги. Благодаря мастерству сценариста и художника Рамона Люба, сюжет простирается далеко за пределы летного искусства, отражая в душе пилотов асов, каждый из которых прежде всего человек. Очень любопытная книжка, красивая, красочная. Ну, вот у меня сын, ему 12 лет, он ее периодически перечитывает, потому что за каждой историей судьба человека, и они очень сильные и интересные. Вот мы начали с вами в Японии, центр комиксной культуры японской, манга, японские комиксы, в той форме, в которой она существует в настоящее время, начала активно развиваться после окончания Второй мировой войны, испытав сильное влияние западной традиции. Однако имеет глубокие корни в более раннем японском искусстве. Но надо сказать, что сейчас японская манга оказывает очень большое влияние на западную культуру. Недаром появился совсем недавно аниме-проект «Звездных войн» именно вот в стилистике японской традиции.
предприятий. В 50-х годах манга превратилась в крупную отрасль японского книгоиздательства. По популярной манге, чаще всего длинными манго-сериалом, снимается аниме. Культура аниме не возникла бы без манги, потому что многие продюсеры желают вкладывать время и деньги в проект, который не доказал свою популярность, окупаясь среди комиксов. Манга составляет от трети до половины всей публикуемой в Японии печатной продукции. Но вот это, наверное, как мало о чем говорит, ну, треть печатной продукции. А если мы возьмем цифры, то это несколько миллионов тиражей расходятся миллионами. Если у нас сейчас печатается там 3000 экземпляров тиража, замечательно. Там 3 миллиона, нормально. Манга уважаемая, и как форма изобразительного искусства, и как литературное явление. И так как авторы манги ничем не ограничены в полете своей фантазии, там нет цензуры на то, что делает художник, вообще абсолютно никакой, существует великое множество произведений в самых разных жанрах и для всех возрастов. Я приведу пример художника, чьи книги у меня есть дома, и который мне тоже очень сильно интересен. Это Сигеру Мидзуки. Он начал рисовать с 23 лет левой рукой. Я потом расскажу, почему. На русский язык переведены вот «Бабушка на ноль». Во многом автобиографическая манга, нарисованная в 77 году. На ее страницах он делится воспоминаниями из своего детства, проведенного в безмятежном городке Сакаиминато. Заметную роль в жизни маленького Сигеру играла соседская старушка, которую он называл «Бабушка на ноль», потому что она постоянно молилась богам, нараспев повторяя «нон-нон-нон». Совершенно невероятная вещь – это дан приказ умереть. Рассказ о жизни автора в годы Второй мировой войны. Дело в том, что Мидзуки был пехотинцем императорской армии, чудом выжил в боях на острове Новая Британия. Было около 500 человек, и выжило порядка 27 или 26 человек всего. А те, кто остались, офицерский состав, им был дан приказ, чтобы они сделали себе сеппуку. Ну, то есть ушли добровольной жизни. Никто не хотел, но тем не менее им пришлось. Потому что таковы были законы того общества. Сигеру потерял правую руку именно здесь. И когда он вернулся назад, ему пришлось учиться заново работать левой рукой рисовать. Он поздно начал карьеру художника, для Японии это поздно, это около 30 лет. Но тем не менее, ему было что рассказать и чем поделиться. И в этой книге образы такие очень графичные и несколько наивные сочетаются с очень реалистичными, что создает особый колорит и впечатление от прочтения. Ну и вот мы с вами пришли к России, наконец, четвертый комиксный центр. Нельзя не упомянуть его. Назовем его в числе причин формирования комиксной культуры в России. Это понятие охватывает юмористические, сатирические картинки с надписями и коротким текстом. Ну, вот здесь, например, у меня приведена сказка о купце Кузьме, о столопе и работник его балде. Она понимает что-нибудь? Вот. Картинка, текст разворачивается во времени история. Нельзя не упомянуть ремезовскую летопись. Дело в том, что русский человек, знакомый с комиксами про Супермена, Бэтмена, Человека-паука, испытывает культурный шок, когда открывает ремезовскую летопись 17 века. Он понимает, что еще 3 века назад в России был комикс. Не просто лубок, который лишь частично и до некоторой степени можно отнести к комиксам, а комикс, который еще чуть-чуть и назовешь современным. И вот такой неклассический взгляд на классический исторический документ предложили Даниил Плешак и Алексей Павловский в статье «Ремезовская летопись. Русский комикс 17 века». Чем же он так интересен? Предполагаемый автор, картограф Семен Ульянович Ремезов, получил в 1682 году был произведен в «Боярские дети» и уже на 5-м десятке занялся трудом, принесшим ему посмертную известность, составил чертежную книгу Сибири, первый сибирский географический атлас. Кунгурская летопись сразу создавалась как симбиоз текста и изображения, что и делает ее уникальной. Поразительный факт, что она создавалась в одном экземпляре, неясно с какой целью и для кого. Она не была напечатана, она нарисована от руки.
мы можем видеть, что здесь есть у нас картинка и текст, поясняющий эту картинку. То есть она разделена была на две части статьи. Каждая статья — это как комиксный кадр, в котором текст, изображение и постель дополняют друг друга. Рисунки не только создают единое повествование, внутри каждого кадра есть другие кадры, как, например, история брутального воспитания Ермака. То есть мы на одном кадре видим несколько действий. Этот прием используют до сих пор и очень активно художники-комиксисты. Конкурсная летопись — сложная комиксная форма, активно использующая политик и симбиоз карты. Здесь нет всем известных баблов с речью персонажей, зато присутствуют межпанельные связи от момента к моменту, вещь, которую за пределами 21 века не ожидаешь увидеть. То есть вышли, там прошли какое-то время, войско перешло на один рубеж, потом на другой, это все описывается. Логика кунгурской летописи была близка логике Лубка. Как и кунгурская летопись, тот стремился показать массу разновременных событий в рамках одной картинки. Но в отличие от Лубка, летопись Ремезова все же выстраивала большую историю как последовательность кадров. Этим она уникальна. Я немножко сейчас расскажу о персонажах, которые присутствуют в областной юношеской библиотеке. Если вы там были, вы могли заметить роспись на стене. И для многих возникает вопрос, что же это за человечки такие, откуда они, и почему Центр графической культуры, где комиксы разных стран собраны, как раз вот в четырех центрах графической культуры, почему там вот именно эти человечки. Итак, Макар Свирепа — персонаж комиксов журнала «Ёж», издававшегося в Ленинграде в 28-35 годах для школьников пионерского возраста. Главным консультантом «Ёжа» являлся Самуил Маршак, а ответственным редактором — Николай Олейников, который и изображен в виде Макара Свирепого. Художники, работавшие в этом журнале, я не знаю, как молодому поколению, для старшего поколения многие фамилии знакомы. Это и Владимир Коношевич, Владимир Лебедев, Николай Тырса, Николай Радлов, Юрий Васнецов, Евгений Чебушин. Такой вот журнал «Ёж» выходил. Два этих журнала создавались в одной и той же редакции и во многом наследовали традиции нового Робинзона. В веселом отделе журнала «Ёж» сотрудничали вымышленные персонажи. Макар Свирепый, вот самый, тот самый Иван, Николай Олейников, и столяр Иван Торопышкин, ученая-фокусница Анюта. Иван Торопышкин — это был всем известный Даниил Хармс. И была даже сделана географическая игра настольная о том, как эти герои путешествуют по всему миру. Петя Рыжик — герой необыкновенных приключений в комиксах художника Ивана Семенова. Его друзья-собачки Мик и Мук. Истории издавали в журнале «Веселые картинки» отдельными книгами. Дело в том, что Иван Семенов, советский график, карикатурист, народный художник, был вице-президентом Международной ассоциации литературы и искусства для детей. Международный, то есть туда входили и Франция, и Америка, и все другие страны, и вот он был вице-президентом, главным редактором «Веселых картинок». И он был знаком с Ирже, который всем известный автор «Путина». Даже были такие как бы параллели проводили в Советском Союзе Тинтина с собачкой Снежком и Пити Рыжика с двумя собачками. Мурзилка — герой многих комиксов в журнале с одноименным названием «Мурзилка», ежемесячный литературно-художественный журнал, издаваемый с 24 года. «Веселые человечки» — группа сказочных персонажей, ставших постоянными героями комиксов в журнале «Веселые картинки». Буратино, Незнайка, Дюймовочка — все их хорошо помнят. Чиполлино — мальчик-буковка, герой сказочной повести «Приключения Чиполлино» итальянского писателя Джанни Родари. «Веселые картинки» — советский российский детский юмористический журнал, рассчитан на детей от 4 до 11 лет. Идея появления «Веселых картинок» принадлежала Ивану Семенову. «Веселые картинки» был единственным изданием в СССР, которое никогда не подвергалось цензуре, и единственным журналом, где не публиковали портреты и некрологии почивших секретарей ЦК КПСС.
значит, веселые картинки, и на первой странице поставляете портрет. Умная Маша. Персонаж истории в картинках журнала «Чиж», ежемесячного журнала для самых младших возрастных групп. В «Чиже», в свою очередь, тоже были постоянные персонажи. И вот это как раз девочка «Умная Маша», постоянный герой, любимый читателями. Вспоминает писательница Левашова. Мне вот интересно, любопытно, что «Умная Маша» — это женский персонаж, который был настолько популярен. Пытаются вот сейчас, там, скажем, на Marvel Comics, на DC, женских персонажей тоже выводить, но не всем нравится вообще в принципе супергероика, да? А это вот в советское время женский персонаж, «Умная Маша», сразу зажила в журнале, стала чуть ли не его хозяйкой, заставила всю редакцию заниматься ее делами. Уже нельзя было выпустить номер без новых приключений «Умной Маши», которые должны быть постоянно возникать затруднительные положения, из которых ей приходилось выпутываться при помощи неожиданной, всегда остроумной выдумки. В журнале был опубликован телефон. Вы только представьте, в 50-е годы был опубликован телефон, по которому можно было звонить «Умной Маше», и точное время, когда можно звонить 1 час в день. В телефон на этот час садилась одна из сотрудниц, обладавшая детским голосом. Вся редакция была наготове, чтобы ответить на любые самые неожиданные и каверзные вопросы детей. Они сидели с энциклопедиями, поступал вопрос, сразу начиналось обсуждение, мозговой штурм, и потом «Умная Маша» отвечала. Ну и это нельзя было транслировать, да, на всю страну, на телевидение, но вот тем не менее. Горбин, персонаж Чехословацкого театра «Кукол», тоже очень популярный, 50-е годы, как герой мультфильма. Наверху «Муха», персонаж журнала «Муха», который выходил в Уфе с 91 по 94 год. Тут же «Окна роста», Вася Теркин, впервые солдат Вася, именно Вася, а не Василий Теркин, появился на странице фронтовой газеты «На страже Родины» задолго до начала Великой Отечественной войны, в 39-40 годах. В виде стрипов небольших историй в начале Великой Отечественной войны короткие комиксы объединили в одну книгу и вручали как награду отличившимся в боях солдатам. Вот такие были истории, которым потом поэты придумывали четверостишие в таком народном частушечном стиле. «В дни боев с белофинами» зимой 39 года в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины» был создан отдел сатиры и юмора, прямой наводка. Здесь работало 6 писателей и 2 художника – Вениамин Брискин и Василий Кличев. Творческой фантазией был создан Вася Теркин, отважный, находчивый герой. В первой серии рисунки и стихи написал Николай Тихонов. Они, как и рисунки, носили, я уже сказала, народный такой частушечный характер. Мышка – любимый, часто используемый персонаж комиксов для малышей художника Владимира Григорьевича Сутеева. Все Сутеева читали в детстве, я надеюсь. Сказ про два квадрата, я там пролистнул. Абстрактный комикс Эль Лисицкого. Он опередил всех авангардистов Соединенных Штатов с их авангардными комиксами, сделал в 2012 году такой вот супрематический сказ. Ну и майор Гром, персонаж серийного комикса студии «Бабл» про полицейского Санкт-Петербурга. Далее у нас идет «Карандаш», художник из повести Дружкова, «Приключения карандаша» и «Самоделкин», «Самоделкин» из той же повести «Мастер на все руки», и «Петрушка», персонаж русского народного кукольного театра. «Окна роста». Все, наверное, знакомы с этими выдающимися плакатами Владимира Маяковского, где он использовал технику комикса для агитации в начале 20 века. В 22-м, я ошиблась, в 22-м году Лисицкий сделал детскую книжку с 12 страниц. Вот такой сказ, эмблематический, как два квадрата. «Окна ТАСС». Во время Великой Отечественной войны жанр комикса стал чрезвычайно востребованным. Уже 27 июня 41 года на улицах Москвы появились военные плакаты, названные «Окнами ТАСС», над которыми работали художники Радлов, Советский, Соколов, Скалин, Денисовский, Ефимов, Кукрыниксы и другие. Остановлюсь на Кукрыниксах. Творческий коллектив советских художников, графиков, живописцев. Наверное, все их вы хорошо знаете. Но удивительно то, как работали эти художники.
Например, вот в американской и, скажем, сейчас в индустрии Фабу художники-комиксисты один рисует, передает другому, другой там делает тушь, третий там цвет накладывает, текст. Эти художники, они работали как один организм. Они сидели за столом, один нарисовал, другому передал, второй посмотрел, что-то подправил тут же, дал третьему. И вот так вот они по кругу, и в итоге у них получалось цельное произведение. Это вообще немыслимо. Такое ощущение, что они просто как одна голова разделилась на три. Вот как Змей Горыныч. Ну, в лучшем смысле этого слова, конечно. Псевдоним Кукрыникс они взяли по началу своих фамилий, и такое получилось. Во время войны рисовали листовки, плакаты, карикатуры, журналы, иллюстрации. Вот что значит, да, шесть рук. Успевали все. Их листовки сопровождали наших солдат всю войну и дошли до самого Берлина. Более того, до Берлина дошли сами художники. Они видели войну не из окон своей мастерской, они были полевыми художниками. Часто рисовали на плакатах, в журнальных иллюстрациях короткие истории в картинках. Это формат рисованных историй. По-современному мы называем комикс-стрибы. Да? Когда вот у нас есть какое-то действие, разворачивается от картинки. Есть такая замечательная книжка. В книге «Новосибирск» 61 года был напечатан фельетон в картинках художника Федотова. Это был ответ на книгу о Сибири итальянца Барклеза Чапионе, который здесь путешествовал. И мы предлагаем вам несколько страниц от истории в картинках. Пожалуйста. «Вчера встретил Павля, он пришел в ужас. Ты едешь в Сибирь?» Павль тряс мне руку, словно прощался со мной навсегда. Это начало истории в картинках. Надо сказать, что эти картинки разбавлены, конечно, текстом, но если их всех вычленить из этой книжки, то можно сделать небольшую брошюрку, такой комикс истории путешествия по Новосибирску. А Павлю удивило, да еще как. У меня уже не хватает пленки. Каждый снимок сенсация. Какие проспекты, какой театр, какие институты, гидростанции, заводы, научный городок, а то модели. Черт побери, вот это Сибирь, это концовка истории. Кому интересно, можете загуглить, в интернете есть все эти картинки, можно посмотреть. Воспоминания о Шукшине в картинках художника Ивана Петровича Попова. Иван Петрович Попов, троюродный брат Василия Макаровича. Шукшина, братья связывали не только родственную узу, общее деревенское детство, проведенное в сростках, но и долгие годы дружбы. С 59 года жил и работал в Новосибирске. Иван Петрович – единственный художник, которому позировал Шукшин для портретов. Также для дружеского шаржа художнику Инину. Иван Петрович нарисовал воспоминания о Василии Шукшине в виде альбома скетчей с короткими подписями авторского текста и прямой речи персонажа. Оригиналы рисунков хранятся в Мемориальном музее-заповеднике Шукшина в Сросках. В 16 году рисунки изданы в Барнауле в виде альбома каталога «Воспоминания о Шукшине» в рисунках, тиражом всего 500 экземпляров. Вот такие рисунки, зарисовки, и они развиваются во времени, как настоящий комикс. От юности, от детства, юности и потом уже зрелости. Вот, все это проходило, все эти воспоминания, они связаны, конечно, со сростками, с приездом Шукшина в родной край. Графические романы появились сейчас и изданы, и будет вообще целая серия графических романов, посвященная классикам русской литературы. Вот это Ахматова и Гумилёва. Денис Двицкий автор, Аскольд Акишин, рисунок и композиция. В 2012 году издан комикс «Иллюстрированная Конституция России». Ну и вот в 2021 году издан комикс, адаптация книги «Миф Сибирск» с автором Игорем Маранином «13 историй города Эм». Я немножко расскажу сейчас вам про эту книжку, если вы еще не устали. Значит, дело все было, началось гораздо раньше, когда я познакомилась первый раз с книгой «Миф Сибирск».
Книжка была интересная тем, что там много разных историй. Эти истории, они не придуманные. Это истории, которые происходили здесь, на этой земле, либо с какими-то интересными людьми, либо истории затрагивали место. Помню себя маленькой, когда у бабушки находилась, мне очень нравилось старые подборки газет доставать и читать, что же происходило, там, скажем, 25-30 лет назад. Я не знаю, может, у всех бабушки такие любительницы складывать макулатуру, газеты желтые, потемневшие от времени газетки. И вот любимое занятие в детстве – пересчитывать их. Игорь Марайн сделал замечательную книгу, написал замечательную книгу. Ему пришлось порыться в архивах, посмотреть, найти интересные истории и адаптировать их для современного читателя. Возникла идея, почему бы не адаптировать вот эти вот истории, читая которые, у художника рождается сразу свое какое-то видение происходящего в виде комикса. Я написала нескольким художникам, и они согласились принять участие в этом аттракционе. Был приглашен Игорь на фестиваль «Нон-стоп», фестиваль комиксов, который проводится в областной юридической библиотеке каждый год, уже 4 года. Там мы с ним наконец познакомились вживую. Я ему предложила, говорю, давайте напишем такую вот историю, сделаем. С нами была еще одна библиотекарь, ведущая библиотека юридической библиотеки, которая, в принципе, все вот организовала нашу встречу. Игорь согласился, и мы приступили к обсуждению. Сам автор выбрал 12 историй, которые он хотел, чтобы они были, у которых должно быть новое как бы, прочтение, новое звучание. Мы собрались с художниками вместе, в шляпу сложили название историй, помешали, размешали, и каждый вытянул себе, кому что попало. Тринадцатая история не Игоря, это история нашего ведущего библиотекаря о том, что было на месте областной больницы. 8 художников, 120 страниц, разные стили совершенно. Всех объединяют вот такие вот вставки с 13-м трамвай, потому что это тоже, мне кажется, уже бренд Новосибирска, 13-й трамвай. Как не откроешь сводку раз в месяц или там два раза, обязательно он фигурирует. И кого-нибудь, да, собьет, машину какую-нибудь. И, в общем, мы решили, что это хороший будет такой пример прохождения трамвая через все истории. Игорь был в виде водителя трамвая, вот он и здесь, там он в маске, его сложнее узнать. И также образ писателя, образ Игоря зашифрован в нескольких историях внутри книжки. То есть там его еще нужно найти. Иногда он герой истории, иногда это его портрет где-то появляется, и иногда это просто авторская там сноска. Но надо его найти еще. Вот такая книжка. Она была издана в новосибирском издательстве «Свинин и сыновья». Издатель пошел на большой риск. Но я надеюсь, что его риск окупится и принесет, хотя бы духовное, душевное удовлетворение. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам было интересно.